Отлично. Такую оценку по итогам обучения участникам программы кадрового резерва поставил генеральный директор СОЭ «Кузбасс» Евгений Ютяев всем 28 выпускникам программы стратегического кадрового резерва, которые в течение года получали знания по производственному менеджменту и управлению персоналом. Лозунг «Кадр решает все», на мой взгляд, он не только сегодня, он всегда актуален. Что в моем понимании стратегический кадровый резерв? Это прежде всего фундамент компании. Это эффективность управления персоналом. Выпускники прослушали курс по основам современного менеджмента и управленческой деятельности, личностного роста и основам административного, гражданского и трудового права, а также по другим предметам. Прошли стажировку в ведущих российских и зарубежных компаниях. Итогом обучения стала разработка и защита собственного проекта. Подготовка кадров, именно резерва на вышестоящие должности, очень важный момент. Так, конечно, можно покупать и заманывать к себе высокопроизводительный и квалифицированный персонал, а можно обучать своих, что намного дороже, но эффективнее. Потому что человек знает свое предприятие, знает коллектив. Поэтому мы и выбрали второй путь, это развитие своих сотрудников и доведение их до уровня, необходимого ключевым сотрудникам компании. Один из дипломов получил главный маршадер шахты имени Кирова Константин Антипин. Как говорится, учиться никогда не поздно. Учиться, учиться, учиться. То есть это обучение выдало много знаний дополнительно. Ну, спасибо, конечно, руководителю, КСГТУ, который, преподавателям, которые нас этому всему обучили и дали дополнительные знания. За время действия программы стратегического кадрового резерва подготовлено 29 управленческих кадров. Итог: 17 менеджеров компании «СОЭ Кузбасс» были назначены на руководящие должности. Остальные выпускники, в том числе и выпуска 2015 года, рассматриваются как будущие руководители. То есть они на сегодняшний день состоят в резерве.